Я сейчас, все. Я вот тоже вот вообще не из этой темы. Не, нормально, нормально, сейчас. Во-первых, мы находимся рядом с городом Санкт-Петербургском на Ладожском озере. Санкт-Петербургом. Санкт-Петербургом, да. Давай, давай еще разочек. Районе. В общем, мы находимся на Ладоге. Ты снимаешь? Ты... Я снимаю, я все это снимаю. Давай сначала, потом по буквам нарежем. Добрый, наверное, вечер. Просто пятые сутки в бане, мы не знаем, утро, день или вечер. Уважаемые москвичи. И гости столицы. Так, Андрей, соберись. Все, собрались. Пользуясь случаем, передаю привет бабушке. Бабушка? Крутите барабан, да. Мы находимся на Ладоге в городе Санкт-Петербурге. На даче у Игоря Слонова, небезызвестного достаточно. А сейчас приехали гости, еще один человек, пармастерица, которая работает на печи «Атмосфера» в бане «Пар для гурманов». Во-первых, представьтесь нашим зрителям. Меня зовут Светлана Рудкаускиня. Как сказал Андрей, работаю на печи «Атмосфера» в липовой парной. Ну что вы там смеетесь? И не раз. Так. Светлана сейчас продолжит. Я думаю. Откуда перезапишем? Отовсюду. Сереж, иди рули, короче. У нас не получается. О, дымящиеся люди выходят из парной. Если девушка стоит вот так вот руки, надо ей подарить хотя бы вот такой букетик. Итак, перед вами звезда с непроизносимой фамилией. Она сейчас произнесет сама фамилию свою. Рудкаускиня. Это было легко, но попробуйте произнести это сами. Свет. Я не скрою, наверное, и ничего-нибудь такого не скажу сверхъестественно, но ты все-таки любишь верхнюю баньку, липовую, в которой находится печь до водопропитала. Атмосфера, несмотря на то, что она тестовая, самая первая, она с двумя каменками закрытыми. Подкрыта сеткой, вроде как бы незрачная с виду, но, послушаем теперь, что скажет Света. Она стесняется? Банька, не банька, так, шикарная. Банька не... шикарная, действительно, всегда прошу под резерв именно ее. Комфортная парная, с очень удобной для меня в работе печью. Порог получается очень мягкий, нежный, сказочный, то, что мне как раз нужно. Ну, что еще добавить в эксплуатации? Одну вещь, которую, говорят на манифесте, которую